Такая паля стала большая. А туда хочет проникнуть, а там голуби, они парят. Так, это, Володя, дай-ка вот сюда подойди. Это Никита там сейчас морковку тереть будет. А ты тут, значит, картошку поворачиваешь. На-ка, Никита, подожди, посмотри, как картошку переворачивает. Да подожди. Все, я уже перевернул. Подожди, сейчас я посвечу туда. А что ты как-то... Повозьми, посмотри туда мне, посвети. А Володя переворачивает. Засними туда, не урони. Сейчас я фонарик возьму. Это камера еще никудышная. Тут там темно. Клопок нету. А мы вот так вот сейчас и посветим. Покажи, как там. Вон там этим накрывать. Переворачивай там. Покажи, как ножом переворачиваешь. Да я перевернул уже только что. Чтобы они не сгорели, надо все переворачивать их. Я только что перевернул уже все. А там листик, вон противень теперь туда, наклоняю его. А теперь сюда, вот посмотри, как голубь меня. Я мою там меняю подстилку-то. Постель-то. Я туалет чищу им. Вот сюда, вот зайди с той стороны, с правой. Вот здесь вот, гляди. Я сейчас начинаю руку опускаю, чтобы убрать. А вон смотри, что делает. Видно, нет? А? Видно. С той стороны. Не видно? Видно. Вот я стараюсь это выбросить, а он долбит. Ты ж видал, что делает? А она вон там сидит. Вон она где. Видал, что? Это он защищает. Надул. Зоб-то какой надутый-то. Гляди. Ой. А она вон она сидит. Утром мацион, они сейчас вылетели. Погуляли, она сидит на двух яичках. А эта из себя мещица, смотри, вот она. Гляди, ой. Она не знает, с какой стороны там добыча ее, добыча. Вон она вылазит, вылазит. Пошла вокруг. Вон, вокруг, погляди, куда она залезла-то. Там вообще нет прохода. Валя, ты куда пошла? Вот отсюда, с этой стороны, смотри, я опускаю руку. Вот сейчас опускаю, гляди. Вот. Ой, ой. Ну я хочу убрать тут у вас маленько-то, ну. Ой. Это невозможно. Какой хороший отец. О, па. Тут его голубка сидит. Ага, маленько надо водички подлить. Там вода. Ну все. Надулся, да такой большой стал. Все на этом. Вчера интересно, из Беларуси зашел один, Назарчук фамилия его. А в это время я уже заканчиваю разговаривать, и кто-то звонит. Ну, я думал, что я переключил. А получилось в один ролик с Екатеринбурга. Господь, может быть, услышал нашу молитву, чтобы были молодые люди с детьми. Ну, ему рассказывают сейчас. Вон, а еще делает. Настоящая кошка. Гляди. Шлепнешься оттуда. Ну... Ни когти не... Вот играет, когти не выпускает. Такая нет. Рот берет, если кусает, как бы, а зубами не трогает. До того умная. Осень гоняется, что-то на веревочке привязанное когда. Ну и вот. Подожди, подожди, подожди. Отпусти руку-то мне. Я говорю, сейчас я, она туда залезла, туда вовнутрь, между коробками-то. Сейчас она выйдет-то. Я беру веревочку вот так вот. Сейчас вот я ей покажу. Сейчас ее не трогает. Она заметит, вот заметь, гляди. Сейчас она заметила веревочку. Все, все. Ой, 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 ой. А мне надо было их спрятать, кошек-то, в подпол-то. А она вон там сидит. Я говорю, сейчас я вот так. Вот так тяну, она даже никаких не реагирует. А сама смотрит, знает, что сейчас мы ее посадим в подпол. Ну не может быть... Семимесячная и такая умная кошонка. Сейчас интересно, смотрю. Я где-то в первом часу ночи уже встал. И в интернете выставляю там 14 роликов. Там. Библия начитанная, начитанная, чисто так. Все. Ну, довольно популярно. Много там в интернете уже посещений-то было. Уже сколько лет. Но... Прошло уже 4 часа, и 4 человека посетили. А Василий там что-то там говорит, про Василия, этого Черепанова, Сергея Пупкова, 584. Ну что сравнивать-то? Самый популярный ролик, это целая серия идет. Не ожидал. Еще
примерно 4 будет, потому что Василий запросился домой уже, как отвезли, и потом как там встречались, это будет еще. И Сергей вчера был у меня и рассказал, как они были, это уже последствия. Мы тут ездили с Сергеем, эти 2 дня ездили тут, ну, необходимо было кое-где быть. Вот так, ну все, все, сейчас я покажу, вот смотри, поставлю вот эту вот. Какая она прыгучая, вот расстояние, гляди. Ну это вообще. Выбирать надо маленько. Боится. Далеко, далеко слишком взял. О, это в узко бы даже делать нечего, прыгнуло. Даже раза полтора дальше. Вот так высишь. Давай, давай, падай, падай, давай. О! Она рассчитывает, чтобы ей хватило. Я тут шевелю под одеялом, смотри-ка, тренирую ее. Это слишком похоже на мышку. Давай, скорее. Ну ладно, все, урок окончился, мне некогда возиться. Все. Вчера интересно вечером уже стемнелось, а мне надо там голубей разбирать где-то. Я говорю, надо моих, нарезал вот этих вот тряпочек, вот это они висят. Они, а некоторые увидели в интернете, говорят, у вас как обереги какие висят, это буряты так вешают. Я говорю, нет, это вот я режу на ноги им делаю, ну, пришиваю на ногу, чтобы видно было, что мои голуби-то. Ну и днем пошел, а там не поймешь, налетели, ну много голубей, сразу 8 голубей, это 8, они меня сжирают, дикие. Мне надо их отделить от своих-то, чтобы я видел. А как отделить-то? Я никак. Ну да, говорю, Володя, пойдем, мы их перенесем сюда, голубей, когда уже все разлетятся, а мои-то сидят, они парочкой. Мы их взяли, сюда принесли. Давай пришивать, я все приготовил. А вот на ноге веревочка пришита. Вторую посмотрели. Тоже пришито. То есть там посмотреть, ну, в темноте, да и даже не думал это дело. Ну и все. Посмеялись, обратно отнесли, посадили на свое место. Теперь я точно знаю, что на них сохранилось. Ну, кольца надевают-то там, молодым голубятам на ногу-то. А у меня ничего этого нету. Ну, туда-сюда, это, у меня голова закружилась, аж наверх-то лезти. Зима, в темноте, за пазухой голубь, держать с одной рукой. Думаю, как грохну сейчас с лестницы-то. Да уж Володя одного голубя отдал. Вот тоже работа, занятие. И вот интересно, сейчас у меня скоро ролик будет выставлен. Фильм «Златоуст из Потеряевки». Ну, там у него концовки не было. И Новиков Сергей где-то раскопал этот фильм про нас. Это мне прозвище такое дали, «Златоуст из Потеряевки». Он этот фильм занял 1-е место в российском киноконкурсе. 1-е место. Документальный фильм о православии. И он сделал его, как-то очистил. Он очень сильный в этом деле-то. И концовку нашел, прилепил. Теперь я его выставлю на этой неделе. Но там где-то он был, тот жалобы были, очень плохое качество, потому что это не оригинал. А режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич поехал в Москву, где это фонд-то у них. Ну, надо было фильм «Предчувствие» достать ему. А тот занял 1-е место на международном киноконкурсе. А они говорят ему, 100 тысяч плати. Он говорит, так я режиссер. А фильм, говорит, наш. Махнул рукой, я говорю, ладно тогда. Ну, везде деньги. Или даже 150 тысяч. Я так ахнул. Это в уме или нет? Такие деньги. И вот сегодня утром, и вот с утра, какие новости? Все, во славу Божию.